В Магадане прошла административная комиссия, которая создана для рассмотрения материалов по правилам благоустройства. Нарушение правил благоустройства территории муниципального образования, установленных органами местного самоуправления в пределах своих полномочий, если эти действия не влекут административную ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, иными статьями настоящего закона, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан. Предупреждения и штрафы распространяются на граждан, на должностных и юридических лиц. Диапазон рассмотрения очень-очень обширный. Это начиная от парковок в неустановленных местах, мусора, строительных площадок и так далее. То есть это очень большой диапазон. Административно-техническая комиссия рассматривает дела раз в неделю по количеству составленных протоколов. Любовь Голембиовская, Олег Калугин, Магаданское время.